как завершить периодическое голодание. После периода ограничения может возникнуть соблазн съесть много еды. Однако, в этом случае могут возникнуть проблемы, такие как тошнота, вздутие или понос. Лучший способ безопасно завершить голодание – это медленно и стратегически вернуться к обычному режиму питания. Это позволит защитить пищеварительную систему и закрепить положительный эффект голодания. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!